Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Казалось бы, обычный, каждодневный для многих омлет можно разнообразить новыми вкусами. Итак, сегодня мы готовим омлет с кабачками цукини. Кабачки цукини имеют нежный, приятный, свежий вкус. А по содержанию витамина С они обходят даже обычные кабачки. Цукини низкокалорийны и способствуют хорошему пищеварению. Итак, приступим. Нарезаем кабачок цукини на пластины. Нарезанный на пластины кабачок цукини я перекладываю на тарелку и слегка сбрызгиваю оливковым маслом. Переворачиваю и делаю то же самое с другой стороной кабачка. Поджариваем кабачок цукини на обычной сковородке или вот как я, на сковородке гриль. Пока кабачки цукини жарятся, мы начинаем готовить омлет. В большую удобную миску разбиваем 3 яйца. Добавляем перец и соль. Все размешиваем венчиком. В миску с яйцами натираем сыр. А еще в омлет я мелко нарежу буквально 5 веточек петрушки. Перекладываем петрушку в миску и окончательно все размешиваем. Переворачиваем кабачки на другую сторону. Убираем кабачки цукини на тарелку. На разогретую конфорку ставим сковородку для омлета. Наливаем оливковое масло и чуть-чуть сливочного для вкуса. Сковородка разогрелась, и мы наливаем в нее яичную смесь. Омлет практически готов. Теперь на край омлета мы положим кабачок цукини. И сложим омлет пополам, как конверт. Прошла еще одна минута, и наш омлет готов. Перекладываем его на тарелку. Вот такой простой, но очень вкусный и ароматный омлет на завтрак приготовил я. Если вам понравился этот наш рецепт, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!